Сегодняшняя тема. В день отказа от курения возле метро Политехническая студенты университета смогут проявить силу воли и обменять пачку с любым количеством сигарет на настоящий вкусный и полезный банан. Кроме того, все участники акции получат бирюзовую ленточку, символизирующую здоровый образ жизни, и листовку о днях отказа от курения. Акция под девизом «Ведь ты сильный человек» пройдет с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00. Организаторы акции планируют в будущем проводить подобные акции постоянно. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.